Добрый день. Хочу предложить вашему вниманию обзор чехла книжки для Fly IQ 4411 Quad Energy 2. Данный чехол представлен компанией iBox в картонной коробке. Давайте посмотрим, что из себя представляет сам чехол. Чехол из себя представляет вертикальную чехол-книжку в черном цвете, полностью по периметру прошиты нитками. Обратите внимание, что все вырезы в чехле аккуратно обработаны, ничего не торчит. Здесь у нас с вами аккуратно, мягко сделаны 4 лапки для удержания телефона, которые тоже полностью прошиты. И сам вертикальный флип, мягкая подушечка, которая защищает дисплей от царапин. Закрепляется сверху креплением в виде зажима. Давайте посмотрим, как чехол будет смотреться с телефоном. Легко вставляется, плотно держится, легко закрывается. Значит, соответственно, отверстие для динамика открыто, то бишь в чехле звук поступающего входящего звонка или каких-то сообщений будет прекрасно слышно. Камера у нас с вами тоже полностью не закрыта, то есть она не под обрез, а тут отступление, видите, от камеры. Соответственно, это будет позволять, что спокойно можно в чехле снимать и никакого дискомфорта не испытывать. Качели громкости тоже легко доступны. И клавиши включения. Обратите внимание, что разъем тоже 3,5 тоже доступен. Вот здесь вот в чехле специальная дырочка, как и для зарядки USB. Чехол элегантно подходит, не сильно утолщает телефон. Прекрасно защищает его как углы телефона, так, соответственно, и плоскости. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Всего доброго, до свидания.